северной столице России, в Санкт-Петербурге, проходят дни Свердловской области. Именно поэтому Уральский филармонический оркестр был удостоен чести выступать на новой сцене Мариинского театра. За дирижерский пульт встал художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев. А солировал Денис Мацуев. Музыканты исполняли симфоническую поэму «Прелюды», второй фортепианный концерт Ференца Листа, а также пятую симфонию Сергея Прокофьева. По словам мирового пианиста, Мариинский театр – один из его любимых. Это один из моих любимых наших российских оркестров. Я с ними очень много работаю. Это наши большие друзья, как и меня, так и маэстро Гергиева. Недаром он уже второй раз приглашает этот оркестр в Мариинский театр. Сделали здесь абонемент, он пользуется большим успехом. Еще все знают про Уральский оркестр. И этот европейский бренд, можно так сказать. И это очень здорово, то, что у нас появляются такие оркестры именно не в Москве и Петербурге, а в регионе. Это очень показательно, на мой взгляд. Отметим, что уральские музыканты уже дважды играли в Санкт-Петербурге под управлением главного дирижера оркестра Валерия Гергиева. У самого маэстро очень теплое отношение к уральским музыкантам. Ну, прежде всего, я очень рад, что Уральский симфонический оркестр уже не в первый раз и не во второй раз выступает в Мариинском театре. В этот раз в новом здании Мариинского театра. Совсем недавно оркестр познакомился с нашим концертным залом, тоже новым относительно. Этому залу 7 лет, а вот этому театру всего 7-8 месяцев. Он совершенно новый и только-только проходит свой первый сезон и проходит через все огромные возможности, но и все огромные испытания, которые, как всегда, бывают в новом совершенно комплексе таком, огромном, без привлечения. Тут 80 тысяч квадратных метров. И мне кажется, что многие столичные коллективы и здесь, в Петербурге, и в Москве, могли бы брать пример с самоотверженно работающего коллектива, представляющего и Урал, и вообще, я бы сказал, все регионы. Екатеринбург, мне кажется, за счет великолепной организации, самоотдачи, дисциплины музыкантов, занимает очень высокие позиции в рейтинге оркестров, много гастролирует, давно уже занимается записями, делает их с серьезными партнерами, серьезными компаниями. На этом сотрудничество с нашим оркестром не закончится. Валерий Гергиев прибудет в Екатеринбург уже 22 апреля, где на 13-м Московском пасхальном фестивале вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра исполнит два масштабных сочинения – симфонию «Воскресенье» Густава Малера и поэмы «Огня» Александра Скрябина. Солистом снова станет Денис Мацуев, у которого также есть планы относительно Уральского филармонического оркестра. Очень много у нас будет планов, и фестиваль «Крещендо», и обязательно фонд «Новые имена» будет проводить там мастер-классы. Педагоги будут приезжать делать свои знаменитые мастер-классы, будем приобретать инструменты. В общем, планов громадье, и они, естественно, связаны тоже с оркестром «Урал Филармоник».